Всем людям доброй воли, всем последователям учения Григория Гробового о спасении и гармоничном развитии, всем, от кого зависит сейчас спасение мира от глобальных катастроф, в том числе и от ядерной угрозы. Важная информация для всех. 14 ноября 1963 года, день рождения Григория Гробового. Это начало нового летоисчисления. Пришло время осознать, что 14 ноября 1963 года на Земле родился Спаситель. Установление во всем мире летоисчисления, то есть системы отсчета времени с даты 14 ноября 1963 года, важно на основании того, что в этот день родился Григорий Гробовой, кто делом доказал реализацию точного управляющего прогнозирования для спасения, предотвращения катастроф, обеспечение вечной жизни всем, и с кем связано начало времени и материи всего мира. Учение Григория Гробового о спасении и гармоничном развитии создано для каждого человека на Земле, для каждого живого существа. Знания, передаваемые Григорием Гробовым, его технологии и методы – это путь к вечной, гармоничной, созидательной жизни. Необходимо всем знать, что для максимальной скорости управления надо знать дату рождения автора учения Григория Гробового. Все действия Григория Гробового по точному управляющему прогнозированию запротоколированы в уникальном по своей значимости труде трехтомнике «Практика управления. Путь спасения», в многочисленных публикациях газет «Вариант управления. Прогноз». Символично, что в 2010 году во время встречи с последователями учения Григория Гробового по поводу его дня рождения, участники встречи передали Григорию Гробовому календарь, в котором начало летоисчисления системы отсчета времени начиналось именно с даты рождения Григория Гробового – 14 ноября 1963 года. Это правильное действие, так как день рождения Григория Гробового – 14 ноября 1963 года – связан с началом времени и материи всего мира. Так же, как рождение Иисуса Христа, оно положило начало эпохе подготовки человечества к переходу на другой уровень развития, идеологической платформой которого становится обеспечение вечной жизни всем. В 2022 году, в настоящее время, максимальный за историю уровень ядерной эскалации в мире требует, чтобы проводилось точное управляющее прогнозирование любого действия, как это делает Григорий Гробовой, для обеспечения вечной жизни всем. Установление во всем мире летоисчисления с даты 14 ноября 1963 года позволит всем быстрее освоить учение Григория Гробового и тем самым быстрее обеспечить всем вечную жизнь.